веселая забавная игрушка, где куча маленьких демонов бегают за своим паханом. И это правда все уже видели в Оверлорде. Да, 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 да. Закидываем большого глазастого человечка и пытаемся его сажать. Ну да, всплывают на горизонте. Одна атака, да? Ты их закидываешь? Пока да, потом может их откроется. На горизонте постоянно появляются либо огромный мега-мозг, либо мега-глаз. И потом из него получается барбекю. Барбекю, да. О! Открылся, наверное, какой-то портал. Самое интересное то, что эти маленькие демоняты очень сильно прожорливые. Всем пытаются съесть буквально все, что движется. А, это мы в другую сторону, походу, дают ему. Ну вот один покушал, там мясо появляется. Да, очень сильно быстро всплывают значки. И мы получили первый трофей. Самое интересное. Ну вот как переход на следующий уровень. Угу. Забавная игра. Графика не пугает. Все весело, такая трэшевая музыка сделанная. Очень веселые прислужники. Да ладно, графика как раз таки пугает. Ты не то ждешь от PS Vita. Достаточно очень такой эмоциональный главный герой. Любит вечно приказывать своим маленьким демонятам. Карта, как переходы на разные уровни. Показаны многие уровни, которые мы, к сожалению, пока не можем дальше увидеть. У нас тут можем, самое интересное, поменять наше войско. Что менять? Можем поменять их оружие и можем поменять их броню. Пока у нас заснута только самая начальная экипировка. Здесь в игре очень даже присущие RPG-элементы. Да, кстати, мы можем даже пополнять свои войска. Пока что в количестве 40 демонят. Дальше будет больше. Как называется, идем в ад. Очень интересно сделана загрузка. Обратим на это внимание. Да, это главное, обратите внимание сразу же. Первым делом. Наши войска готовы к бою. И мы направляемся на встречу к первому глазику. Пока всплывает топ глаза. Вот видите, как они массово атакуют, как муравьи. Ксимилан пытается много всего поесть. Это у них главное в жизни. Слушай, это похоже на маленьких пираний. Да, кстати, кто-то тоже да, заметил, да. Сгрызает. Как только они видят мясо, они набрасываются на него живьем. Видите, глазик у нас пускает маленьких своих глазят. Заметьте, кстати, трэшевая музыка сменилась такая веселенькой. Больше на Nightwish похоже. Она, кстати, на максимальной громкости выставлена? Мне кажется, нет. А как нажимаю, попробую громкость. Так вот. Нет, не на максимальной громкости, ставим максимальную громкость. Чтобы все услышали музыку. Видите, наши демонята очень хотят покушать. Мы получаем первую вещь, Cloud Lens. Знаешь, их крики похожи немножко чем-то на Лока-Рока и Потапон, да? Да-да-да, смесь маленьких глазастеньких человечков с маленьким, не знаю, бегающим нектарчиком. Но они очень сильно прожорливы, я удивляюсь просто, как они на все набрасываются. Враги даже не успевают опомниться. Как становится обедом. Вот это. Ну, вот очередной путь пройден, проложен. Видите, мы немножко меняем структуру мостов, они теперь у нас становятся немножко развивающимися. О-о-о. И у нас походит первый босс, Гигабон Лорд Немезис. Это же сам Немезис из Resident Evil? Да. Он отрастил себе крылья.
Ты похож больше на барана, чем на немезиса. Он набрасывает на него свое войско. Мишени, видишь, и... какие? Красные, синие. Да, пол войска уже сдохло. Пол войска у нас уже... Бедные наши демоняты, их пытаются убить. Они тут все заново бросаются в бой. Пытаются одолеть бедного рогача. Кстати, интересно, у него синий и красный эмблем. Что это значит? Это мишени, скорее всего. Можно... Слабые места. Да, сначала можно на красный атаковать. Почему уровни яиц? Кстати, да, самое интересное, у него жизни даже не тратится. О, вот. Теперь полный. Теперь голова. Нет, жизнь тратится у него. О, да, жизнь тратится очень медленно, стало, да. Ну, босс я так понял, сначала ему нужно одолеть первую ногу, потом вторую. В общем, разобрать, да, разобрать по частям. Походу, сейчас нас полностью разберут по частям. Хотя нет, смотрите, мы их удержимся. Ну вот, вот такой но достаточно походу, страшный. Боссу этого не зловещий. Очень совсем нравится. Босс? Смешно. Благодарю. Видите, босс от нас чисто сматывается. Ему не понравилось то, что мы с ним творили. И открыта следующая дорога. Промоченная водой? Я так понял, что эти маленькие коробочки это что-то типа пополнение. Да, да. Портал, откуда новые выходит юниты, черти, да, возрождаются. То есть можно пополнить свою армию. Дорога в ад. Сесть, да, опять на дорожку, американские горки. И отведать новую порцию глазок. Вот такая веселая, достаточно интересная игрушечка. Кто любит хорошую трэшевую музыку, а также что-то... Просто провести с удовольствием время. Вспомнить голоса и озвучку Лока Рока, также кто любит кровавые трэшевые игры. И смесь немножко с Патафоном. Да. Всем рекомендуем, достаточно интересная и забавная игрушка. Специально для Magic Device и PSP и SO.RU.